Это правда, что ты можешь оператора заменить? Да, могу. А он тебя нет? Он меня нет. Обидно? Да нет, почему? Нет, так... Не тебе, оператору. Агрегат стоит на подготовке к группе С. Запустим, будем производить порядка 1000 тонн металла поверхности и качества группы С. Мы, конечно же, зафиксировали выпуск первой партии металла группы С. 18:30. За несколько часов до окончания дневной смены оцинкованный металл, что называется, пошел. И персоналу, которому предстояло работать в ночную смену, достался этот сладкий пирог в полной мере. А потому настроение у людей было соответствующее. Стараюсь ребят еще на смену встречным зарядить нормальным настроением. Потому что уже заметил, бывает, придешь сам без настроения, ну и смена также. А чем заряжаете? Свежим анекдотом или что? Где шутка, где подбодрил, где просто пообщались, как провели выходные, у кого какие интересные вещи произошли. И смотришь, и у ребят улыбки появляются. Как бы. То есть кому-то пряник, кому-то кнут, да? Не без этого, не без этого. Но не с начала смены, про кнут. Отжиг будет идти сколько? До конца смены? Может, до конца месяца по заказам. Я это не знаю даже. У тебя что, каникулы римские, да? Ну, не совсем. Дел хватает на агрегате. Или наверстаешь, когда пойдет оцинкование? Да, и в этом смысле тоже. Один из фильмов «Стратегия Магнитки» был назван так. «Мы с улыбкой на лице производим группу С». Улавливаете связь между настроением людей и тем, что они производят ценнейший продукт для ММК. Вы-то как попали в эту профессию? Ну, я как бы отучился на слесаря, потом работал в ЦРМО, появилось местечко в 8-м листопрокатном цехе, перевелся туда, и там уже отучился, получил профессию термиста. 13 лет там отработал на печах. Потом начали строить новый цех, перевелся сюда. Перевелся, ведь, наверное, с какой-то вот уверенностью, что университетский диплом потребуется, да? Нет, как бы переводился то, что новый цех, новое оборудование, было интересно. Как бы по слухам шло, что цех будет очень передовой, очень продукция будет у него востребованная. И слухи оправдались? Да, конечно. Сейчас мы впереди всех. Как можно из художника, дизайнера переродиться в операторы крупнейшего стана? Ну, это дело случая. Так подвернулось, что попал на комбинат. Сначала вообще я машинистом крана был, когда сюда на комбинат попал. Ну, предложили пойти в операторы. Как бы сначала страшно было. Ничего не знаю здесь. Но со временем уже как бы понравилось, втянулся вот с оператора выхода до главного. А пригодились эти знания, умения дизайнерские художника? Ну, честно сказать, здесь нет. Нет, не пригодились. Ну, когда ты видишь, вот когда полосой красивый цинк идет, идет, наверное, какие-то образы рождаются в голове, а? Ну, текстуры нет никакой на полосе, просто полоса зеркальная. Так, я бы не сказал, что пригодились прям. Не в этой сфере нужен. Так надо было идти, Жень, туда вот, в цех покрытий, там у них текстура есть, там полимеры, там разные узорчики, особенно для Узбекистана там. Яркие. Ну нет, 11-й цех все-таки по инновационной цех. Тут получше, да. Как бы сравнивая с другими цехами, самый лучший цех, самый чистый. До того, как в ЛПЦ-11 возобновилось производство металла группы С, мы нанесли визит на агрегат, который ценен тем, что кроме оцинкованного листа здесь производят металл с отжигом. Для этого 11 лет назад здесь была возведена
уникальная печь бельгийской компании «Древер». И об этом у нас пойдет отдельный разговор. А сейчас перед вами бригада старшего термиста Евгения Петровича Коноплева во всем ее великолепии. Вот такое затишье, когда идет отжиг, оцинковка не идет, это типично для агрегата? Ну, как бы зависит от заказов. Если нужна оцинковка, мы можем перейти на оцинковку, делать оцинкованный лист. Если спрос на отожженный металл, делаем отожженный. А одновременно? Одновременно тут никак не получится. Тут разные механизмы агрегата задействованы. Полосу нужно разрезать, перебрасывать в другую часть агрегата. И вариться, и снова запускаться. Также как бы в печь попадает кислород, и печь нуждается в продувке после того. Давайте напомним, Евгений Петрович, тем, кто до конца не знает, отожженный металл, что это такое, и польза от него какая народному хозяйству? Ну, это отожженный металл без какого-либо покрытия. Очень широко применяется и в автопроме, и в строительстве, и в последующей переработке. Идет также дальше на оцинковку, на покраску. А в автопроме это внутренние детали, да? В автопроме в основном внутренние детали, да. В эти дни комбинат ежесуточно отгружает потребителям свыше 26 тысяч тонн готовой продукции. Доля 11-го листопрокатного цеха, а это свыше 3000 тонн, казалось бы, невелика. Но именно здесь производится продукция так называемого пятого передела. Так что, исходя из стоимости отгруженного металла, ЛПЦ номер 11 в числе лидеров. Сегодня смена спокойно проходит. Как бы не люблю заранее загадывать. Вот. А так, все работает, все крутится. Производственное задание на смену делаем, выполняем. Здесь не тот случай, когда можно план перевыполнять, там рекорды бить, да? Нет, мы как бы выполняем свое задание, выполняем свой план на смену, на месяц. В первую очередь нужно производить качественную продукцию, и чтобы все люди остались живы и здоровы, не травмировались. Вот спешка ни к чему. За сутки примерно сколько вы отгружаете продукции? Я имею в виду и группа С, и отжиг. Порядка 300 тысяч тонн металлопроката. 300, а комбинат примерно 26 тысяч. То есть ваша доля немалая получается. Совершенно верно. Особенно она очень важная. Она важная тем, что это пятый передел. Это готовая продукция. Все, бери, покупай и строй. Совершенно верно. Наша продукция самая ценная. Для того, чтобы на агрегатах оцинкования и отжига было как можно меньше проблем, в 10-м листопрокатном цехе вполне успешно реализуется программа по улучшению качества металла. Как известно, 10-й и 11-й листопрокатные цехи – соседи. Между заводскими корпусами не более 200 метров. И взаимосвязь между трудовыми коллективами обоих цехов налажена до автоматизма. Если вы металл делаете для 11-го цеха, они потом отправляют в автопром, он должен быть особо пластичным, так? Ну, там они, у них своя же, как говорится, технология отжига есть и отпуска металла. Но некоторые уже катаются с определенными физическими параметрами, закладываются уже именно здесь. Но у каждого передела свои задачи. Вот, стараемся выполнять, стараемся попадать туда, вот, во все эти мехсвойства, температурные режимы. То есть ты не последний рубеж, да? Нет, конечно. Можно сказать, это как бы самое начало. Вот. Выплавить-то они выплавят, а именно вот закладывание всех механических свойств – это горячая прокатка. Хорошо, когда есть хлопцы, которые могут исправить, поправить, да? Ну да, есть, конечно. Через стенку, я имею в виду, 11 цех, да? Не без этого. Чем можем, тем и мы поможем.
все взаимосвязано. Мы стратегию свою по факту не меняем. Больше занимаемся экономикой внутри предприятия, внутри цеха, так скажем. То есть это и расход металла на прокат, это запуск системы оптимального реза. Буквально недавно у нас произошел. То есть будем набирать статистики. То есть быть более эффективными здесь внутри. А качество, ну, как бы поддерживаем свой уровень. И еще раз о том, что же такое печь отжига металла «Дрейвер». Когда печь уже была практически готова, мы с оператором на лифте поднялись на самую вершину этого грандиозного сооружения. Заглянули внутрь. Ничего особенного. Ровные ряды горелок. Бельгия для меня это, прежде всего, шоколад, браунинги и металлургия. Правильно? Я про печь Дрейвер говорю. Бельгийцы молодцы, хорошее оборудование поставили. Конечно, уже своими силами его ремонтируем. Но данная печь нам позволяет производить практически любой сортамент, который изначально заявляли. Вот. Благо НТЦ помогает, подбирает нам режимы. Вот. Наша задача их выдерживать и работать. Я к тому, что с бельгийцами, надеюсь, и дальше будем дружить. Да мы со всеми готовы дружить. С нами не все готовы дружить, скажем так. Мы подготовим их. Подготовите? Ну, тогда будем дружить, что делать.